никогда никуда не переходил. Я рубежанин был, есть и буду. Я был со своим городом, со своими людьми, жителями. И мне некуда было ходить. Я никуда ходить не собирался. Я рубежанин, это наша земля, мы здесь живем. И ходить никто никуда не хотит. Это нам не нужно. И мне тем более. Наш город, и мы здесь живем. Вот они здесь жить не будут. А мы были, есть и будут. Это наш город. Я хочу сказать только одно. Знаете, это украинский нацизм со звериным оскалом. И мне бы хотелось, чтобы господа европейцы или американцы оказались вместо наших жителей вот тут, в подвалах, под минометным огнем, под их защитой. Тогда бы они поняли, что здесь происходит и то, что они здесь породили. А породили именно они. Мы все это прекрасно понимаем. Здесь идиотов нет. Мы знаем, откуда и почему это здесь все происходит. Просто идет геноцид по отношению к мирному населению, уничтожение людей. Вот что они делают. Коллеги, еще раз повторяю, так оно и есть, я обращаюсь к вам. Они просто уничтожают мирное население.